Наверное, матери от своих сыновей всегда ждут ласковых слов, как и любая женщина. Наверное, мать особенно нуждается в этом. Сейчас, по прошествии времени, не один я, наверное, все здесь сидящие, да и все мы, повзрослев, всегда ругаем себя за то, что мы мало уделили внимания нашим матерям, что мы мало ласковых слов им сказали и мало говорили: «Мама, как я тебя люблю!» Я очень жалею, что тогда не смог больше, чаще быть с ней, а я знал, как она меня сильно любит. Думаю, что как ни один человек на свете, наверное, ее эта любовь до сих пор меня в жизни поддерживает. Даже когда я принимаю очень важные, тяжелые решения, она мне снится. Я вам прямо скажу, я не мистик, я вообще не верю никаким знахарям, никаким экстрасенсам и астрологам. Но бывало так, что она мне просто приснилась и говорила: будь уверен, все будет нормально. Так вот, я бы, если сейчас она была жива, я, как сын, мог бы к ней обратиться письмом, я бы сказал, что я ее очень люблю, сильно люблю, дорожу ею.